тейпинг – это один из новых методов воздействия на поверхностные ткани для улучшения микроциркуляции лимфооттока в месте ушиба, растяжения, повреждения каких-то суставов ткани. Используется чаще всего в спорте. Это инструмент первой помощи в большей степени. И, ну, естественно, с ним, если есть какая-то уже наличие, уже есть какой-то травмы, и игроку или там атлету нужно выступать, да, продолжить, да, там выступление, то как альтернатива всевозможным фиксирующим повязкам. И неплохо было бы, чтобы об этом знали и тренеры. Ну, так как тренер все-таки больше, скажем, в команде, да, к нему более располагают спортсмены.